Эгэгэй, приветствую тебя, дорогозритель. Ты на канале Zitex, и я давно не открывал кейсы на сайте EasyDrop. Эддеп у нас был 250 рублей, там у нас был промо на 111%, 111 изи. Недавно депал сюда 500 рублей, вот что выбил, правда еще не забыл. Тысячу у нас там доступно для продажи, продать все на 1114 рублей. Вывод у нас. Сегодня задепал, решил поверить, что выдаст. Хотя минус у меня огроменный на сайте. Ни разу не падал ножик, что-то подобное не падал. Хотя на сайте я уже нахожусь как 7 лет, кто может заметить. Вот самое другое мне падало за 200-4000 кейсов, контракты, про апгрейды я вообще молчу. Как будто у меня теневой банк какой-то. Так, давайте с бесплатных начнем. Три бесплатных крутанем. Первый у нас поехал. Звук, я думаю, можно выключить. Так, SG 553 нам падает за 8 рублей. Это вполне ожидаемо. Второй кейс крутится, ВВХ мутится. Так, разбежался. Я уже надеялся на по 2000, но это 10 игл осадки. 14 рублей. Шлак полный. Третий кейс у нас крутится бесплатный. Конечно, это будет не аук, который нам нужен. Аук за 2 рубля. Я уже по бесплатным кейсам понял, что шансов у нас сегодня никаких. Кейс бомжа, камуфляжный кейс. Я даже не знаю, что можно тут открыть на такой баланс. Так. Что тут люди открывают? Сколько ты стоишь? А, это по 3 рубля. Так, нет. Ну вот у него был не окуп два раза. Можем попробовать. Но я думаю, это так тут не работает. Хотя хотелось бы АВП выбить. Ну, давайте попробуем. Кейсы крутятся, ВВХ мутится. Харзон кейс. Ножи. И нам такой же ПП. По 2000 падает. Ой, по 2000, по 90. 20 рублей ему цена. Давайте пока оставим. Давайте еще погоду сделаем. Почему бы нет? Я уверен, он даже фиолетовый тут не упадет. А просто у нас сегодня сайт побреет. Ну, конечно, еще по 90. То же самое абсолютно. 20 рублей. Давайте даже третий раз зарядим. Ну, это пока у нас бонусный баланс. Может, из-за этого глок упал. 18 рублей. Мне даже стало интересно, ладно, давайте третий покуд сделаем на кейсике. Там уже попробуем бомж кейса крутануть. Ну да, это по 90. Также 20 рублей. Понятно. Понял. Держал, не держал. Так, кейс бомжа. Давайте разок крутанем его. Кстати, уже наш баланс пошел. А не промо. Это вполне ожидаемо. Продать. Может, из-за того, что у меня на тысячу рублей сейчас шмоток лежит, но это так не работает. Потому что не депал я пару дней. Это понятно. Так, давайте. Так, уйдем с него. 145 рублей у нас на балансе. Камуфляжный кейс тут есть, Рикуш. Так, а это батл у нас Рикуш. Так. Даст 2. Давайте даст 2 крутанем. Почему бы нет? Тут хотя бы М-ка бы выпало, было бы уже неплохо. Ну давайте попробуем. Ну, это вполне ожидаемо. Это даже не африканская сетка. Это 2 рубля нам падает. Полный бред. Так. Давайте Савикуш. Нет. Камуфляжный кейс давайте. Крутанем. Тут бы хотелось бы... А, ну тут слишком шикарно, нам это не упадет, на это можно даже не рассчитывать ни в коем случае. Он кто-то там бабочку фармит, о чем человек думает, непонятно, он забыл, видимо, на какой сайт он зашел. Так, африканская сетка, да? А, это шипокейс. Давайте его зарядим на 36 рублей. 4 прокрута. Может, тут хотя бы синева упадет, но я ошибаюсь. О, африканская сетка, да? Ну это голубое. Это даже не синего, 9 рублей нам упало. А, за 16 рублей нам что упало? Ну,
Да, но все равно минус там 6 рублей. Так, я не вижу затягивать. Давайте последнее что-то откроем. Так, 96 рублей у нас, да? Так, доступно для продажи. Вот это вот быстро в апгрейд потом сделаем. Контакт точнее. Так, нам надо еще шмоты каких-то выбить для контракта и куда-нибудь уже в контракт. Вот, точнее, засуну все в контракт и попробовать что-то из этого уже сделать. На два бомжа кейса вам хватает. Хотя бы что-то синее бы дал. Но это, блядь, не будет синее. Хотя нет, валетность там нам дал. Сколько ты? 19 рублей. Замечательно. Лучше быть и не могло. Еще, да, валетность упадет? Да, конечно, конечно. 11 рублей. 17 рублей у нас на балансе. Давайте апгрейдик быстренько сделаем на 17 рублей какой-нибудь. Да. Кстати, до 50 не будем что-то жесткое делать. Использовать баланс. У меня апгрейды не заходят. Без разницы какой шанс. Это тоже не зайдет. Ну, ожидаемо. Как сквозь воду глядел. Контракты. Вот это все закидываем в контракты на 91 рубль. Если упадет за 200 рублей хотя бы, это уже будет хорошо. Но я уверен, что сейчас упадет рублей за 30, там, 20, вот 22, вот за 30 упадет шмотка. Смотрите, даже за 25, наверное. Давайте, зи, текс. Рубля, как я и говорил, просто читаемо. Из дроп по-прежнему не выдает. Не, он выдает, разумеется, подкрутка включена. Хотелось бы 200 рублей хотя бы, вот хотя бы М-ку бы нам дали, но он нам не даст. У меня не заходят контракты вообще никак. Ой, баланс случайно. Использовать скин 11%. Ну давайте даже 150, почему бы нет. Давай, ну что, давай там доберез, наверное, что ты нам можешь еще дать. Да, он ничего не даст, только сливает. Давайте, 14%. Ну это тоже слив. Вот так вот Easy Drop у нас выдает в 2023 году. У кого нет подкрутки, возможно, у меня теневый бан, сами видите, 7 лет, сколько кейсов открыто. Сколько было депов, не депов, открывал все подряд. М-ки, там не М-ки, сражения, что я только не открывал. Всем спасибо за просмотр, у микрофона был Zitex, всем удачи, всем пока.